Windwalker LLC. Совместно с Fitzgerald Camera представляют. Хозяин ветра. Джек Винсент-старший был отцом, мужем и автором популярных приключенческих книг. В этот грустный момент утешимся словами 23-го псалма. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он владеет темными силами природы и, как говорят, научился управлять стихией». Макиавелли – злой человек со злыми намерениями. Он выпустил демонов во время церемонии, которая должна была сделать его брата вождем племени. Конец. Входи. Мама сказала, что ужин готов. Хорошо, скажи, что скоро буду. Хорошо. Спасибо. Пахнет вкусно. Ну? Закончил. Поздравляю. Спасибо. Седьмая книга готова. Еще одна загадка Джей Стила разгадана. Да, и я готов начать следующую. Поставив воду на стол? Именно так, да. Дружок, где ты это взял?
У твоей мамы? Да, бабушка прислала скаутский нож. Он был дедушкиным, а теперь мой, потому что я взрослый и могу стать скаутом. Отлично. Я с ней сегодня говорила. Она решила продать домик. Ну, давно пора. Они наводили там порядок и нашли вещи твоего отца. Вот, посмотри. Малыш, можно твой ножик? Острый. Будь с ним осторожнее. Держи. Что это? Не знаю, похоже на какую-то карту. Итак. Когда вы закончите свои археологические изыскания, ужин уже давно остынет. Извини. Пойдем, дружок. Сегодня я говорил с шаманом, то есть с хранителем. Он рассказал легенду, которой 500 лет, о близнецах, родившихся у сильного вождя. Их звали Иникеагема и Макиавема. Братья росли, и стало ясно, что один добрый, а второй злой. Иникеагема заботился о племени, шел по стопам отца. Но его брат Макиавема думал только о власти, которую мог получить. Иникеагеме было суждено стать новым вождем племени. Макиавема это знал и взбунтовался. И его изгнали. Поддавшись зависти, Макиавема заключил союз с темными силами природы. Говорят, он обрел способность управлять стихией. Макиавема, злой человек со злыми намерениями, он выпустил демонов во время церемонии, которая должна была сделать его брата вождем племени. Началась жестокая битва между племенем и демонами стихий – земли, ветра, огня и воды.
И Никиагема, и его воины 7 дней бились с чудовищами. Храбрым людям удалось победить 3 демонов. И, как гласила легенда, их похоронили, отправив на вечный покой. Наблюдая крах демонов, раздраженный Макиавема произнес ужасное заклятие, объединившись с последней стихией – ветром. Битва шла много дней, брат против брата, и Никиагема против демона. Лес гремел, пока они боролись, разрушая и выжигая все на своем пути. Говорят, племя боялось, что если битва продолжится, они разрушат мир. Но в итоге они погибли вместе, и победителя не было. Их тела закопали на разных концах рощи, где могилу украсили головными уборами, которые они носили. С тех пор племя назначает шамана, который охраняет мир от демона, который бродит по лесу. Шаман сказал, что однажды придет великий воин и навсегда закончит битву. Привет. Привет. 6 утра. Не мог уснуть? Пару часов поспал. Посплю еще в самолете. Мне снились жуткие сны. Глядите, за это и люблю. Хочешь обсудить эти жуткие сны? Ну, там был лес, хижина, мой отец, кажется, и горящие желтые глаза. Не знаю, все уже... Стирается? Да. В общем, я решил встать и разобрать мамину коробку. Что там было? Например, черновики неопубликованного романа, над которым работал отец. Пока... Правда? Да. Ого. Какая-то древняя легенда индейцев племени Оджибве. Знаешь, возможно, подсознание пытается тебе что-то сказать. А не рановато для терапии, детка? Да, я знаю. Но в этой коробке вещи твоего отца. А твоя мама внезапно решила продать домик. Эй, я рад, что она его продает. Джек, у тебя проблемы с отцом, которые мы не обсуждали. Да, и не будем начинать, ладно? Хорошо. Да? А может быть, тебе стоит дописать книгу твоего отца? Это может быть полезно, ты перевернешь страницу. Не знаю. Я пишу детективы, а не фэнтези. Не знаю, примут ли читатели. Ты можешь писать для себя. Я подумаю, ладно? Хорошо. Хорошо. Ты сегодня бегаешь с Джимом? Да. И мне уже пора. Ты шутишь, да? Нет. Черновик последней книги отца? Да, в третий раз, да. Последней книги? Хозяин ветра? Да. И чего ты ждешь? Я не знаю. А что может случиться? Ты от природы талантлив. Чувствую, сейчас будет но. Но тебе не приходилось бороться. Ого, не надо меня беречь, Джим. Скажи, что думаешь. Вспомни, когда ты в последний раз делал то, что тебя полностью захватывало. Вот именно. Повторяю,
Что плохого может случиться? Я борюсь с демонами уже 20 лет. Вот и напиши книгу. Ладно. Хорошо. Привет Мэри и детям. Конечно. Сегодня в Нью-Йорке идеальная погода, 20 градусов. И так продолжится до конца. А теперь вернемся к звукам классического джаза. Давай, давай. Боже. Господи, Джек, где ты был? Может, мне надо подарить тебе часы? Ты куришь? А ты пробовал жевать никотиновой пластой? Что сказал Джейкобсон? Шутишь? Я ему еще ничего не говорил. Ты трус. Конечно, самый настоящий трус. Ему понравится. Почему вдруг ему понравится? Нет, Фрэнку нравятся деньги, а идея не понравится. Пошли. Джек, ты мой друг, но ты меня убиваешь. Я тебя убиваю? Давай рассмотрим факты. Ты сейчас пишешь одну из самых удачных детективных серий. Но вдруг решил отвлечься на личный проект. И сам считаешь, что его не опубликуют. Ну и что? Что? Я скажу, что. Знаешь, как трудно сейчас публиковаться. Особенно на бумаге. Все цифровое, все. Когда ты начинал 15 лет назад, все покупали книги. Тогда их еще читали. А тебя читают до сих пор. Что вы сейчас читаете? Его книгу. Тот и оно. Спасибо. Но если ты сделаешь перерыв, попомни мои слова, тебя все забудут, как пить дать. То есть для тебя стакан наполовину пуст? Не наполовину пуст и не наполовину полон, Джек. Мой стакан забрал ты. Искренне рад, что тебя это веселит. Мэри понравилось. Слушай. Через 15 минут ты сдаешь 7-ю книгу. Он точно попросит 8-ю. Выпуск через год или через 10 месяцев. И ему не понравится, что ты потратишь 2 года на личный проект. Наверное, придется его вежливо попросить, да? О, нет, я просить не буду. Я хочу здесь работать. Брайан, ты агент. Ты не работаешь. Ранил, Джек. Глубоко ранил. Джентльмены, как у вас дела? Фрэнк, как ты? Рад тебя видеть. Не у тебя, у него. У сына моего любимого автора. Прекрасно, как у вас? Хотел бы я быть тобой. Садитесь, парни. Твой отец сидел в этом кресле 20 лет назад. Мы вместе начинали, создали это издательство. Рассказывай, как моя книга? Вам понравится. Я уже в восторге, и мне даже не нужно читать. Ты так плетешь свои тайны. Отец бы гордился. Спасибо, Фрэнк. Мы уже продали права Warners, хотя они тоже не читали. Есть. Итак, следующее на подходе? Да, я заложил основу. И вот как раз об этом мы хотели поговорить. Мне это не понравится. Что это? Бумаги моего отца. Твоего отца? Да. Мама, наконец, решила продать домик на севере и нашла это во время уборки. Хозяин ветра. Поверить не могу. Это все? Есть несколько кассет в домике, может быть, еще, не знаю. Джек, это же гениально. Это гениально.
Что именно? Джек, я занимался этим, когда тебя еще не было. Я знаю, к чему ты ведешь. Знаете? Конечно. Ты хочешь дописать. Но... Гении мыслят одинаково, а это просто. Писатель пропал, работая над книгой, а через 25 лет его сын закончит работу. Да, именно. И ты хочешь приостановить свой нынешний контракт. Я прав? Верно. Ладно, я согласен. Принимаю ставку и повышаю. В смысле? Домик уже продан? Пока нет. Поедешь туда. Простите? Сейчас всем правит видео, верно? Племянница рассказала. Мы отправим оператора, чтобы снять, как ты пишешь там, где писал твой отец. Фрэнк, секунду. Слушай, мы используем видео в рекламе, разошлем на ток-шоу, разожжем интерес. Фрэнк. Джек Винсент-младший вернется в место, вдохновлявшее его отца, чтобы дописать самую ожидаемую книгу в мире. Я не хочу возвращаться в домик, где пропал мой отец, работающий над романом. Помоги мне. Он не хочет туда возвращаться. Но это ерунда. Ты взрослый мужик. Почему бы не вернуться? И потом. Иначе я эту идею не одобрю, сынок. Поверьте, Фрэнк, у меня дома есть все условия. Друг мой. Иногда нужно выходить из зоны комфорта. Моя племянница Мэнди изучает кино в университете Мичигана. Я позвоню, пусть соберет людей. Выезжаешь завтра? Вообще-то завтра у Роуз день рождения. Чудесно. Тогда в понедельник. Слушай, Джек, ты просил внести поправки в контракт. И я придумал, как это сделать. Причем мы оба будем в плюсе. Джек, это отличная идея. Тогда и ты едешь. Да, поезжай. Стоп, что? Можешь взять видеокамеру, снимать в доме, как он пишет, думает и так далее. Да, но я не умею этим пользоваться. Обезьяна, может, и ты справишься. Возвращение самой ожидаемой книги в истории. Гениально. Ты гений. Я гений. А ты... посредственность. Слушайте, Фрэнк, спасибо, что идете мне навстречу, но я не был там с тех пор, вы знаете. Давайте забудем об этом, ладно? Поздно, мой мальчик. Процесс уже запущен. У меня есть замысел новой книги, я займусь этим. Брось, Джек. Ты же этого хочешь, я же вижу. В глубине души ты увлечен загадкой своего отца. К тому же, пока ты пишешь, я выбью самый выгодный контракт на книгу и фильм. На него будут жить твои внуки и его внуки. Джек, ну что? Это так называемый поворотный момент. Нужно сделать выбор. И тебе решать, что ты выберешь. Либо история движется вперед, либо стоит на месте. И, юноша, все в твоих руках. Простите, что подвожу, Фрэнк, но я не могу. Мы не закончили, сядь, не суетись. Сынок, ты подводишь не меня, а самого себя. Это нужно тебе. Подумай хорошенько. Поговори с Мэри. Она поймет, что план гениален. Гениален. Поверь мне. Чего тебе бояться? Жду скорой встречи. Спасибо, Фрэнк. Спасибо. Отвези его. Хорошо. Серьезно, Джек? Всего на пару дней? Я не знаю. Это вне зоны комфорта, понимаешь? Я смирился с тем, что допишу книгу отца, но...
возвращаться в домик. Думаю, надо ехать. Что может случиться? Это слова Джима. Что ж, поезжай на север. Пусть снимут, как ты пишешь, думаешь или чем ты там занимаешься. А потом вернешься домой и допишешь книгу. У меня на следующей неделе всего пара клиентов. Я перенесу, посижу с детьми. Уверена? Да. Ты потрясающая женщина. Мне повезло. Ты сейчас врешь? Нет, наоборот. Не ври. Папа! Что ты делаешь? Говорю с мамой. Не очень похоже. Мы разговаривали. Кажется, ты снимал с мамы одежду. А зачем ты пришел? Я потерял чертова зеленого гоблина. В нашем доме нельзя так разговаривать, малыш. От кого ты это услышал? От меня? Я тоже не должен так разговаривать. Давай договоримся не говорить такие слова. А теперь давай искать чертова гоблина. Да, мы его точно найдем. Ладно. Боже мой. Папа! 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 Роуз. Роуз, детка, все хорошо? Тебе приснился кошмар? Да. Расскажешь о нем? Нет. Тебе сразу станет легче. Ты уверена? Обещаю. Папа бросил нас так же, как его папа. Детка, ты же знаешь, что твой папа всегда возвращается, да? Папе было 9, когда ушел его отец. А завтра у меня день рождения. Детка, ничего не случится. Что стало с твоим папой? Он в раю? Да, детка. Да, он в раю. И смотрит на нас с небес. Видишь, тебе стало немного легче. Да. Иди сюда. Плимут. Да, отличное приветствие. Слушай, компания просила снимать все, от начала и до конца, весь творческий процесс. Ты прекрасно знаешь, я лучше подожгу себя, чем буду тебя снимать. Но тебе придется потерпеть. Я потерплю. Ладно. Заходи, Мэри сварила кофе. Отлично, мы пишем. Кстати, я всегда пишу голым. Не шути. Привет, Брайан. Это мой кошмар. Эй, эй. Я сказала ей, что все будет хорошо. Но она... Ясно. Ты. Все
Все, милая, мне пора ехать. Буду скучать, папа. И я тоже. Но ведь я скоро вернусь. Обещаешь? Обещаю. Я ведь всегда возвращаюсь, да? Да. В этот раз будет так же. Несмотря ни на что? Несмотря ни на что. Теперь обними меня покрепче. Присматривай за мамой и братом, ладно? Ладно. Хорошо. Стой. Возьми с собой Бумера. А ты не хочешь оставить себе? Он будет тебя охранять. Ты слышал даму, Бумер? Все. Пойду прощаться с твоим братом, а вы пока идите на улицу. Хорошо. Хорошо. Обними еще раз. Люблю тебя. Привет, малыш. Я уеду на пару дней, ладно? Зачем? Телевидение будет снимать, как я пишу. Это же очень скучно. Да, знаю. Откуда у тебя Бумер? Он едет со мной, будет охранять. Правда? Да. Если придет огромный гризли, Бумер расскажет, какие у меня дети, и зверь отстанет. Вот. Это тоже возьми. Уверен? Спасибо, малыш. Я буду о нем заботиться. Ладно, я тебя люблю. Я тебя тоже. Позвони, как приедете. Я позвоню по дороге, там может не быть сигнала. Это пойдет тебе на пользу, Джек. Продолжай меня убеждать. Черт. Извини, я случайно. Люблю тебя. И я тебя. Береги себя. Идите сюда. Поехали. Привет. Я Мэнди Джейкобсон. Мы студенты Университета Мичигана, работаем над дипломным проектом. Снимаем документальный фильм о легендарном Джеке Винсенте Старшем. Проект развернется у вас на глазах. Пока мы покоряем леса, посещаем его второй дом и ищем натуру, включая его коттедж в лесу. Он длиннее 8 километров и висит на стальных тросах. Поэтому называется подвесным. Верно, Джек. Он переносит людей в мир приключений. Он перенесет нас с тобой в мир вдохновения. Раскрыть секрет, Джек. Мои истории идут отсюда. Лес, деревья, реки и горы говорят со мной. Если не побоишься, поговорят и с тобой. Если откроешь свой разум, все увидишь. Мало кому хватает смелости, Джек. Тебе хватит? Закрой глаза. Открой разум и дай свободу воображению. Смотри внутренним взором. Джек. Да?
У нас еще телефонное интервью. Хорошо. Идем. О чем ты задумался? Мы всегда здесь останавливались. Мы стоим у въезда на полуостров Мичигана. Место приключений и вдохновения. Когда-то здесь был второй дом писателя Джека Винсента-старшего. На этих просторах он создал свою писательскую крепость. И именно здесь он работал над своим самым ожидаемым романом «Хозяин ветра». Класс! Да, идеально. Алло, это Мэнди. Мэнди, Джек Винсент-младший на линии. Можете говорить? Безусловно. Спасибо большое. Алло, Мэнди, как дорога? Пока все хорошо. Планируем разбить лагерь у вашего домика, чтобы завтра встретиться. Отличная идея. Хорошо. А можно пару вопросов? Валяйте. Мистер Винсент. Прошу, просто Джек. Джек, вы сейчас пишете прекрасную серию детективов. Ваши книги почти сразу же экранизируют. Ваше имя упоминают наряду со Стивеном Кингом, Элмером Леонардом и Джоном Ирвингом. Вы таким образом повышаете мою самооценку? Почему «Хозяин ветра»? Можно считать это данью уважения отцу. Надеюсь, я его не подведу. Вам было 9, когда он пропал. Как это на вас повлияло? Лучше спросите мою жену. Она у нас психолог. У меня было счастливое детство. Скажите, как вы думаете, что случилось с вашим отцом? Я думаю, все было просто. Он пошел прогуляться и в результате заблудился. Минуты стали часами, часы днями. Северный Мичиган — это в основном дикий лес. Ваш отец очень любил природу. Часто включал нарисованные от руки карты в книги. Думаете, он мог просто заблудиться в лесу, который хорошо знал? Вы знаете, как говорят. Реальность удивительнее вымысла. Я думаю, достаточно, Мэнди. Этого хватит. Хорошо. Еще раз спасибо, мистер... Простите, Джек. Да, и вам спасибо. Все правильно. Точно все подготовлено? Класс. Отлично. Держи. Попробуй угадать. Алло, Мэри? Джек. Мэри? Джек, это я. Мэри? Я тебя не слышу. Телефон еле ловит. Джек, все хорошо? Вы добрались? Вообще не ловит. Я не слышу. Телефон не ловит. Все хорошо? Поворот направо через... Кто это? Это GPS. Я тебя слышу, слышу. Люблю тебя. Что? Я сказал, люблю тебя. Знаю, просто хотела это услышать. Ха-ха, очень смешно. Джек! Пока. Люблю тебя. Через 400 метров поверните направо. Где-то здесь. Нет, кажется, мы пропустили. Слушай, можешь это выключить? Нет, нужно вернуться на последний перекресток.
Не играй с ним, а то вообще не выберемся. Клянусь богом, Брайан, я бы выкинул эту штуку в окно. Бог тут ни при чем, наверное. Надеюсь. Я знаю, заткнись. Через 50 метров поверните направо. Вот сюда, сюда. Да, точно сюда. Бонус. Изменяю маршрут. Заходи, сынок. Так, стоп. Нужно взять камеру. Подождите. Подними рыбку. Улыбайся вот так. Улыбочку. Хватит, мама. Улыбнись, улыбнись.
боже мой! Что? Отец меня убьет. Я сказала, что позвоню, как приедем. Это плохо. А что такого? Ее отец, уж поверь. Вот, звони. Спасибо. Не ловит. Наверное, на всей планете, только тут не ловит. Вот, послушай. Зов демона был таким сильным, что я почувствовал, как весь лес затрясся от его мощи. Через секунду он был рядом. Двигался с невероятной скоростью. Каждый шаг отдавался громом. Хозяин ветра явился. А я точно не могу с вами лечь? Дай подумать. Нет. Да ладно. Знаешь, это просто захватывающе. Да? Что ж, спасибо, что ты хотя бы не голый. Ты не спишь голым, Джек? Подожди, и скоро сам узнаешь. Так, ладно, с меня хватит. Точно? Я как раз собирался писать, будет веселое шоу. Я рад, что тебе весело. Ведь я мог бы сейчас сидеть в хорошем баре, наслаждаться великолепным 12-летним виски. Но нет, я в какой-то глуши. Пойду спать. Я тоже скоро лягу. А ты не из тех, кто постоянно храпит или, не дай бог, пукает во сне? Это ты тоже скоро узнаешь. Как мило. Чудесно. Пока. Спокойной ночи, Джек. Они, как старые любовники. Как вы видите, ветер такой сильный, что я проснулась. Думала, это поезд мчится. Это еще что? Что это за чертовщина? Волк. Это не волк. Может, это большой медведь? Этот зверь больше медведя. Куда это ты? Я выйду. Буду бросать камни, чтобы его отпугнуть. С ума сошла? Эй, слушай, это плохая мысль. Не оставляйте меня одну, я боюсь. Тихо. Слушайте. Вы ничего не слышали? Мэнди, хватит, ты меня пугаешь. Что это может быть? Приближается. Тихо. Кажется, его привлекают голоса. Видите? Даже ветер затих. Боже мой! Боже мой! Нужно отсюда выбираться! Быстрее! Валим отсюда! Валим отсюда, девочки! Нужно убираться! Нет, нет, мы уходим! Погоди! Стой! Мы уходим! Нет, Лэнс! Нет! Нет, нельзя выходить! Ты что, дурак? Уходим! Скорее! Нет! Лэнс, ты смеешься? Нет, я не пойду, никуда не пойду! Пошли! Я не могу! Боже мой, господи! Нужно двигаться! Идем!
Джек? Джек? А, черт. Вот, видишь? Как это могло случиться? Как это могло случиться? Я слышал, что вчера была гроза, но... Боже. У тебя есть телефон? Есть. Но я пытался зайти в Facebook и... Facebook? Серьезно? Ну да, я всегда захожу. Да, да, понимаю. Боже. Пробовал телефон в доме? Он давно отключен. Может, ближе к трассе сигнал будет лучше. Стоит попробовать. Короче, придется еще очень много ходить. Боже. Стоп. Бумер. Опять будет гроза? Я что, метеоролог? Нет. Нет. Джек, Джек. Эй! Есть кто-нибудь? Боже. Надеюсь, там никого не было. Джек, сомневаюсь, что это была гроза. Эй! Куда они делись? Эй, Брайан. Смотри. Сейчас узнаем, в чем дело. Что? Обалдеть. Идем. Мэнди. Милая, нам нужно уходить отсюда. Нужно уходить. Пойми. Мы умрем, если останемся здесь. Поверь мне. Бет. Мы умрем, если останемся. Бет. Ладно. Ладно. Я понял, где мы. Мы можем добраться до дома. Верь мне, слышишь? Нужно вставать, ладно? Готово? Идем. Мы выберемся. Как вы видите, ветер такой сильный, что я проснулась. Думала, это поезд мчится. Это еще что? Что это за чертовщина? Волк! Боже! Джек, послушай. Джек, это же все меняет. Нужно менять планы. Давай валить отсюда. Я не шучу. Джек, валим отсюда. Что? А ребята? А что с ними? Джек, мы не знаем, где они, не знаем, куда они ушли. Мы даже не знаем, живы ли они. Все, давай убираться. У меня есть идея. Что? От твоих идей всегда кто-нибудь страдает. Так, карта моего отца, смотри. Мы здесь. Да. Вот эта трасса. И мы нашли их лагерь здесь. Да, где-то здесь. Смотри, тут есть пещера. Пещера? Если они ее нашли, то могли переночевать. Мы доберемся туда до грозы. В худшем случае заночуем там. Нет, нет, стоп, стоп. Заночуем? Ты хочешь ночевать в этой пещере? Когда тут такое творится?
Да ты смеешься, Джек. Не лучший вариант, но мы можем найти ребят. Черт, Джек, давай валить отсюда. Обалдеть. Думаешь, они там? Боже, в этой пещере может быть медведь. У тебя есть фонарик в телефоне? Боже мой. Как писал твой отец. Да. Думаю, что он не сам все придумал. Скорее... Обнаружил. Да. Кто-нибудь? Я знал, что ты придешь. У меня мало времени. Я должен сказать. Что сказать? Твой отец расспрашивал меня о легендах. Я рассказал ему легенду о братьях и о давних попытках не дать им уничтожить мир. Но тщеславие заставило меня сказать слишком много. Я пытался его спасти, но он узнал слишком много, и это открытие его погубило. В смысле? Он сделал это. Он выпустил демона. Демона? Я боролся. Сдерживал его до сих пор. Но теперь я слишком стар. А после меня никого нет. Династия прервана. Я не могу защищать это место. Зверь набирает силу, а я ее теряю. Но ты... Ты еще молод... И можешь с этим покончить. Можешь остановить демона. Я? Ты обязан это сделать. У тебя нет выбора. Кровь твоей семьи много значит. Ты должен исправить проступок отца. В противном случае, ты тоже умрешь. Ты и многие другие. Что надо исправить? Много лет назад эти могилы были найдены и закрыты моими предками. Он нарушил их покой. Он выпустил демона. Мне очень жаль. Что все это значит? Демон вырвался. До сих пор мне удавалось его сдерживать. Но теперь я умираю. А он возвращается. Возьми. Следуй на место захоронения. Выпусти братьев. Пусть они закончат битву. Надеюсь, что победит добро. Не может быть. Мой отец был писателем, придумывал истории. Тебя ждет испытание. Берегись. Макиавема чрезвычайно опасен.
Он обрушит на тебя все твои страхи. Времени осталось мало. Прости меня. Я трудился во благо. Джек, давай уходить отсюда. Идем. Джек, ты уверен? Может, лучше уберемся, сообщим в полицию? Если оставить его здесь, его съедят волки. Давай я тебя сменю. Принеси тело. Да ты смеешься. Не смеюсь. О, боже. Боже мой. Это шаман. Погоди, погоди, погоди. О, кошмар. Черт, давай быстрее. Брайан. Джек, посмотри. Это потрясающе. Помоги мне. Получилось, папа. Втянул меня в историю. Милый Джек, мой мальчик. Я знал, что ты придешь. Знал, что родственная связь приведет тебя в это место. Я всегда думал о тебе, я скучал. Каждую минуту, каждый день. Застряв в этом аду на земле, я испытываю невообразимую боль. Я ошибался, и теперь ты должен все исправить, поставить точку. Джек, мне очень жаль, сынок. Thank you.
Не поверите, что мы пережили. Он ее убил. Скорее. Идем, идем, скорее, пошли. Оставайся здесь. Все будет хорошо. Я больше не могу. Я вернусь. Ладно. Thank you.
прошу. Зачем ты это делаешь, милый? Я хочу вернуться домой. Идем со мной, прошу. Это я. Глупец.
Чтобы завершить дело, ты должен закопать останки братьев. По отдельности, так же, как ты нашел их. Закопай демона в долине, а Иникиагему похорони подальше от него. Папа! Папа! Я похоронил их, как ты велел. Что не так? Джек. Спасибо. Я знал, что ты вернешься. Все хорошо. Боже мой! Боже мой! Что случилось? Все в порядке. Дети, сюда! Пойдем в дом. А ты тяжелый.
автор сценария, продюсер и режиссер Том Чейни. В ролях Дэвид Браун, Брайан Крюгер, Лорен Мэй Шафер, Эрик Робертс, Тим Лавлейс, Луи Курцман и другие. Фильм переведен и озвучен специально по заказу Creative Arts Media.